Всем привет! Сегодня мы приготовим куриное филе по-французски. Итак, поехали! Но для начала добудем огонь. Берем филе и разрезаем наполовину, но не дорезая, чтобы была большая филешка. Вот так это выглядит. Затем ее надо посолить и поперчить. И на этом наше мероприятие с филешкой пока заканчивается. После чего берем сыр, разбиваем одно яйцо туда. И все это дело перемешиваем. Можно добавить чуть-чуть сливок. Или молока, или воды, без разницы. Ставим нашу сковороду на огонь. Наливаем чуть-чуть масла для того, чтобы прогрелось. Затем филешку обмакиваем в муку с двух сторон. И отправляем к сыру. Отправляем все это дело на сковороду. И жарим примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Пока жарится филе, нарезаем пол лимона кружочками. 3 минуты прошло, и переворачиваем. Обжарили филе с двух сторон, выкладываем на тарелку. Обжариваем лимон до коричневого цвета. Пока жарится наш лимон, нарезаем чесночок. После чего обжаренные лимоны отправляем на нашу филешку. Осталось приготовить соус. Берем сливочное масло и на нем обжариваем чеснок. Затем сюда надо добавить чуть-чуть белого вина, лимонного сока с оставшегося лимона. Чуть-чуть универсальной приправы. И когда объем нашей жидкости немножко уменьшился, добавляем сливки. Наше блюдо готово. Осталось только пробовать. Нежнейшее филе со вкусом лимона. Это очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!